В Омске по решению суда в центре города снесли два строительных объекта. Несколько лет назад на улице Орджоникидзе мужчина купил дом, оформил документы и возвел высокий забор. На огороженном участке он построил два одноэтажных здания. По информации судебных приставов, сделано это незаконно, ведь земля в собственности администрации Омска. Сотрудники мэрии обратились в суд, иск удовлетворили. Два здания снесли, их бывший владелец на встречу с судебными приставами не пришел. Как пояснили специалисты, должник не считает нужным исполнять решение суда. Должник решение суда в добровольный срок не исполнил, был привлечен к административной ответственности. Решение добровольно не исполнил. В связи с этим приставом было вынесено постановление о привлечении организации для проведения работ по сносу.